критиковать вот так огульно, что вот все сыновья, там, дети, значит, силовиков, все никчемные люди, я бы пока воздержался. Кроме того, я бы воздержался от критики вот этих, значит, по словам Навального, взяточников. Какие же это взяточники? Нет, мы сейчас сразу скажем, что, в общем-то, там у них идут разборки, в общем, попадают под раздачу разные люди. Вот. Но да, я предлагаю в целом оценивать. Вот эта нынешняя элита, это элита высоких цен на нефть. Если сейчас цена на нефть продержится, там, например, один год $30, то от этой элиты ничего не останется. Согласен. И здесь действительно я еще раз хочу все-таки акцентировать внимание, что надо, я надеюсь, что это действительно новая аристократия с внутренним содержанием, которая изменит свои взгляды и повернется лицом к народу. И